Ладно, тогда продолжаю писать. Да. Я просто почему сделал... Подожди, секунду, я посмотрю, сколько у меня памяти. Давай, у меня просто сейчас еще где-то 80 гигов памяти есть, я думаю, мне хватит. А, у меня тоже все нормально. Ну и отлично. Ты в туннель забежал? Да, я просто бегу за спасающей жидкостью. Набор при часе. Причешись и чеши. А-а-а, помогите. Зона. Так, пошли отсюда. Пошли отсюда все. Так, открываю пока что. Просто забираем и уходим. А я, блин. Жив? Нет. Где ты? Ну, прямо вот. Нет. Жди. Если ты не успеешь от меня поднять. А, ну все, они в принципе. А, мой бенгальский огонь потух. Советую тебе тоже с ними бегать. Не, чувак, я не успею тебя поднять, уж прости. Я даже себя не успею сохранить. Ну сейчас я... Не поднимайся, может успею. Давай, 30 секунд. У меня персонаж просто реально устал вообще что-либо делать, и я... Советую тебе бенгальские огни с собой таскать. Ладно, пофиг. Так. О, мне надо, короче, через туннель бежать. Ну, да пофиг, 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 я уже ожил. Просто бежим к этой... Я не знаю, у меня, кстати, не потерялось ничего. Что самое смешное за смерть. Ну, давай я тебя подожду. Давай. Так, я здесь. Где ты? Нам надо бежать вправо. Нам не туда, не туда. Нам вправо надо. Соседний туннель. Ты не туда бежишь. Да я убить их хочу. Да зачем? Интересно. Я тут бомбу пытаюсь заложить. Тут полно мяса, трупов и всего подобного. Чувак, давай быстрее сюда. Бегу. Здесь, короче, можно установить бомбу. Нам проход откроют. Видишь, я бомбу установил. Я бомбу установил! Твою мать, я как-то... No good, it's not working. Not working? That's unexpected. All right, a little on-the-fly surgery should do the trick. First, open the casing by making an incision just below the negative terminal post. Peel back the casing along the incision line. А, она не работает. The trigger wiring harness. Now, check the solder on two green wires and the three red ones. I'm betting it's the green wire. I was drinking when I did them, which I now realize was perhaps irresponsible. Вон, видишь, индикаторы появились. Тихо. У карты. У меня не появились. Это видимость, это видимость. А! Вот теперь я тоже ее установил! Во-во-во. Четыре, три! Мать твою! Два, один! Да. All right, the tunnel's now passable. О, там кто-то есть, и он один. А, нет. О, мы нашли какое-то интересное место, которое находится под электричеством. Это типа что? Погоня отстала. А, это типа свалка автомобилей, я так думаю. А, иди сюда. Там дверь, да? Finally, I was getting worried you weren't coming. You keep pumping red smoke in the air, you're gonna have all kinds of visitors. Red's all I had left. Anyway, you're here, so it did the job. Give this envelope to Aziz at the bazaar. Tell him it's from Ryan.
Red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, phenyl nitrate. Geez, not exactly grandma's recipe for Christmas cookies. Чё, у меня бабушка нечто подобное готовила. You there? Crane, it's a man. Lena's tied up. Can I help you? Someone just gave me a grocery list with red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, and phenyl nitrate. Then someone just gave you a recipe for cooking slam. Rise's crews have been using it to stay up for days at a time. Volatiles are more reasonable than someone tanked up on that stuff. Now maybe I should put this guy out of business. Actually, we're pretty desperate for phenyl nitrate. It's a lab-grade disinfectant, and we're completely out of it. Well, you want me to pick up his shopping list? Definitely. Then find me at the tower. I've got an idea that should throw a monkey wrench into the operation. Муха-ха-ха. Red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, phenyl nitrate. По-моему, повторяется. Geez, not exactly grandma's recipe for Christmas cookies. Когда он говорит это слово, соляная кислота, мне сразу Payday вспоминается. Exceed. Ладно, делаем вот так. Я на мосту. Догоняй. Молодец. Вообще, красавчик просто, да? Ладно, я спрыгнул с моста. И иду в тоннель. Да ты... Говнюк ты. А вот я знал, что ты это скажешь. А что мне еще сказать? Я посматерился, да нельзя. Очень-очень нежелательно, потому что запикивать надоедает. Ну не знаю, я же запикивал целую серию Need for Speed. Ну что я могу сделать, если это был твой личный косяк? О! Кто-то там говорит нам про спичил рано, а? Тиштёж гиена! Ограничена по времени. Добавляет эффект кровотечения к холодному оружию. Ну, приобрету. Военная винтовка. Ледоруб. Военная мачете. Куда ты? Винтовочный патрон. Купить все, на всякий случай. Продать. Что я могу продать? Я могу продать мешочек. Могу продать кофе. И сигареты. К чертям всю эту гадость. Патроны кончились. Зато я здорового убил. Все самое интересное, смотри, ты можешь сейчас переместиться. Нажимай. Не. А хотя нет, нажму. Где? Нажимай. Ща. Ну жмакай. Да где? Ну. Зачем ты отбегал? Исследователь. Сколько там получили? 5000. Ну ничего, тоже нормально. А, нам нужно найти Азиза. Азиз. А, я походу знаю, где он. 7000. Не? Азиз не тут, нет? Да, бомбанет или не бомбанет? Так, слушай. Я твои шутки знаю. Блин, у меня... О, смотри, как мы прям вот спасите выжившего. Близко-то как. Не, не бомбанет. Иди сюда, тут деньги у него возьми. Все, перезаряжусь. Ну, короче, с угла снизу там найдешь его, я думаю. Ну, там кубок должен нарисован быть. Нет, нету. Да не здесь, с угла, вот там. Да нет, а чё? Уже нету, они смотались. Ну, сейчас мы закончим эту серию и все. Где? Они смотались, ну, уже. Не дали, по-моему. Ну, тебе главные очки опыта дали, там 350 баксов, по-моему, было.
Где? Где что? Азиз? Все, ушел. В смысле ушел? Он должен здесь на рынке быть. А, его искать надо? Да! В том и шутка юмора. Ты Азиз? Нет, не ты. Ой, я письмо нашел, кстати. Ты кто? Ты продавец, ты не Азиз. Ты Азиз, вот Азиз. You Aziz? Ryan sent me. What happened to Assam? What do you think? You guys take a lot of chances out there. Look, I've got everything but the phenyl nitrate. And you don't have what I need, and that's not gonna cut it with Ryan. What can I do? The courier wrecked his car in the tunnel last night. He's with Assam now, and your phenyl nitrate is stuck in the trunk of his car. You wanted to go get it. Because there's no more in Harran. That's the last phenyl nitrate anyone's going to be seeing. What's his car look like? White, I think. That's all I remember, white car. So you're really going to do this? Ryan doesn't like to be disappointed. You must be pretty tough. If you don't die doing this thing, I just might have an opportunity for you. Чувак, чувак, а что с Асамом? Асам, как думаешь? Асам, Асам. Чё Асам? Так, я бегу к этому, к красной зоне, быстро сейчас. Максимально быстро туда и потом максимально быстро обратно. Угу. И пополам разделим. Да? А? И пополам разделим. Ты не понял, я бегу к зоне высадки этих придурков, где собрать синюю. Я нашел. И заодно сразу отнесем. А сам до хрена уже посылок. Тут же рядом башня теперь. О, идите к туннелю, найдите белую машину курьера. Логично, мы только что взяли это задание. О, и кстати, там бег с кошкой, походу. Будем проходить? Не знаю. Сорок девять штук. 35. Почему у меня меньше? Не знаю. Сложно сказать. Ну, мне повысили уровень в любом случае. Мне тоже. И далее, критик. Научитесь использовать чертежи эффективнее, чтобы наносить больше критических ударов. Мне кошку дали. Поздравляю, дружи, теперь ты сможешь. Mm-hmm. Кошкица. Кошатница. Кошкодавица. Кошка. Ну, в общем, ты сможешь быть кошкой. Держивайте ER во время быстрого бега, это что такое? Метательное оружие, когда оглядываете все время что-то там. Я, короче, прокачал себе барана. Барана? Тарана? Угу. Все, ладно. Бежом. А, тут тот же магазин есть, я забыл. Добавляет эффект контузии к холодному оружию. Че, у него есть что-нибудь интересное? Полицейская винтовка, ритуальный короткий, что-то там. У меня есть военная винтовка. Тяжелый кузнечный молот. А что за военная винтовка? Не знаю, чувак, серьезно. Я не уверен, что это что-то хорошее или плохое. Пойдем. Все, продам. Всякое. Ненужное. Ну, я пока бегу потихоньку. Угу. Бичевка. Сейчас посмотрю, что за винтовка. Ты ее купил, что ли? Сейчас куплю. Нафига? Смотреть. У нас, по-моему, с тобой винтовка такая же. У нас полицейская винтовка, а там военная винтовка. А, ну окей. Только так патроны все. На нее тратить. Я купил.
А у них одинаковые патроны, калибр один и тот же. Не, ну только ты как бы не забывай то, что у этой калибр-то один и тот же, а тратить патроны в итоге больше будешь. Сейчас. Наш стреляет очередями, а не по одному патрону. Сейчас оценим. Да. Это автоматическая винтовка. Ну вот, именно поэтому я и не хотел покупать, так и думал, что это она. Ну а чё, ты же можешь одиночным так же стрелять. Ты чё там делаешь? Ну, чуть-чуть собираю. Хорош мне в ухо стрелять. Я не трогаю твое ухо. Ты трогаешь мое внутреннее ухо. Боюсь представить, что за внутреннее ухо. О, у меня же есть кошка, надо ее как-то активировать. Воу, что с тобой? Брейкданс какой-то танцует. Да ладно, я же R удерживал. В чем твоя проблема, женщина? Так, за мной тут бегут прям ужасно сильно. Где кошка? Ох, мать твою! А где кошка находится? А, в смысле, в инвентаре. А у меня ее нету. Есть. А, ты ее не взял просто. А как? Ее надо отдельно было брать у этого придурка, который нам поставляет суплай. Ну он потом покажешь. Окей. Так, в какой-то из этих тачек, белой тачки причем, есть нужная нам хрень. Ох, мать твою за ногу. Чё там? Что там рвануло? Ты чё бузишь, малой? Ты тут все машины, да, проверил? Да нет ещё, я тут пытаюсь громилочу убить. Тут как бы проблема, что из-за какого-то придурка взорвалось все. Нет, походу в этом туннеле нету. За-за. Хотя... Да, походу в туннеле реально. А нет, тут еще есть. В белой, да, машине? Нашел. Так, это там, где мы газ выключали. Вот в этой машине, в общем, было. Там такая коробка лежала. Так не поджариться бы. Вот безумные твари, да? Оу. Ты чё там? Попутно выжившего спасёшь, он рядом с тобой. Выживший погиб. Тварь! Его монстр, короче, загрыз. Как ты так умудрился сделать? Она бежала, и она сразу на него накинулась. Ладно. Так. Сейчас бабахнет. Да, блин, он меня задолбал реально. Иногда на кошку нажимаешь, блин, и он потом не подтягивается.
Да хрен ты меня догонишь, тварь. Ни мозгов, ни силёнок не хватит. Так, вернитесь в башню и поговорите с Саманом. Ты здесь? Угу. Вот у него бери. У него есть кошка. Угу. Клинок Марля. Отлично. Так, так. Ну, тут еще как бы задание есть дополнительно. Сколько по времени? 20 минут все. Хотя бы минут на 30 надо. Просто можно было бы поделить. Да ладно, давай уже доделаем по-бырому и все. Давай. 10 минут не так много, я думаю. Тем более у меня целых 2% еще от жесткого диска осталось. Брекин wanted to save as many lives as possible. It went bad. Somebody had to make the call. And now we've lost the entire floor, including a couple of kids. You'd better talk to Брекин. I have to get these meds to Lena. Хм. Интересно, если бы мы пришли быстрее, это как бы повлияло или... Вот, двустолку можно купить, кстати. Так вот, как ты думаешь, если бы мы пришли раньше, это как бы повлияло на что-то или... Нет, не имею. Ну, вот, твои. Ну, мне кажется, повлияло бы. Нам сюда. Сейчас. Я все хочу посмотреть, изменилась ли у нас одежда, появилась ли какая-нибудь. А, кстати, да. Потому что у меня лично нет. А у меня должна. У тебя должна, да. Ой, в туалет забежал. Да, появилась. О, кстати, там какие-то фотки даже висят. Это фотки, короче, всех этих, ну, кого мы убили. Из... Элитников? Да, специфических зараженных, типа. Вон, зацени себя. Хрена я крут. Так, нам нужно Саманом сначала. Ryan's not gonna think so when I get done with him. I've got a better idea. Bring him this instead. It's Dialavon, a sleeping aid. Let him cook up a batch with that in it. It'll send Rice's goons off to Dreamland. I don't think Rice will like that. Probably not, but they could use the sleep. And there's no more phenyl nitrate, so I guess he's out of business either way. And I like your thinking, Amon. Шутник такой. Где ребят Райса поспят? О, фен. О, негр под одеялом. Вот, ну это, видимо, заразившийся, я так думаю. А вот, кстати, наша подруга, которая... О, книжка. Где? Ух ты, и правда. Больше здесь ничего нет? Вроде нет. Как интересно в белый экран смотреть. This is where we get the announcements about the Antisyn drops. And they've just stopped. There were kids in there! I froze. Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. Wait, so all the free running... Wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Haran? Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen,
I'm gonna talk to Rice myself. Whoa, whoa, hang on a minute. Brecken, these people still need you. Okay, just give me some time, all right? There's gotta be another way. A better way. Fine. I'll wait. But not for long. Да. Как-то мы... Finally, I get to do some actual good. Да, вот я тоже думаю, что-то мы как-то просрались самую малость с тем, что мы делали. Ну чё, идём отдадим Райсу. Кстати, какой-то восклицательный знак есть ещё. Или стоп, там ещё выше можно? Или... Да, там, кстати, ещё выше можно подняться, походу. Ну да. Что интересно за задание? Тоже сдавать или брать? Не знаю. Raheem, Raheem, what are you doing up here? Hey, Crane. Can I trust you? How much you had to drink, kid? Can I or not? Yeah. What's up? See that skyscraper? The scout found a volatile nest in there. We take that out, and then running missions at night, we could totally do that. So I'm thinking, if we planted some explosives. Oh, Jesus, Raheem, you're not still on that. Crane, we have to do this. As long as that nest is there, we'll never be able to gather up enough antis. It would work. We make a good team. Ah! Shit, oh my... Ah! Don't drop me! Don't drop me! Oh, fuck. See? Told you we make a good team. Look, Raheem, we don't have any explosives. I mean, none. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's impossible. You don't know what it's like. All I can do is watch. Sit on my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? I was set to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. Look, I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. Я почему-то даже не удивился, когда он оступился. Но это было предсказуемо, да. Вот, я думаю, на этой печальной, реально печальной ноте можно, наверное, заканчивать все наши разглагольства. Все, вырубаем. Да. Всем, друзья мои, спасибо за просмотр. Я закончен. Это реально печально. Это реально печальная серия. И я это сделаю очень просто. Нет!